Буэнос диэс, братва. Ядерный рассвет офизарит ваши экраны, а это значит, что мы продолжаем раскатывать в экс-махина. Напомню, что прошлая серия у нас выдалась ебически потной, поэтому... В первую очередь нам сейчас надо добраться до ближайшего города и отремонтироваться. Плюс к этому мы познали, что нам не хватает ни вооружения, ни брони. Да, мы, конечно, знаем, что у нас есть охренительский, в принципе, миномет, с помощью которого мы, пусть и не с первой попытки, я со счета сбился, с какой именно, но, сука, затащили. И поэтому нам надо, во-первых, увеличить массу брони, а во-вторых, усилить вооружение, и как бы стоковый БелАЗ к этому не сильно подходит. Вот о чем я, блядь, и говорил. А хуль мина такая медленная? То есть у меня получается только курсовой пулемет на кабине и миномет в качестве основного орудия. Да как так-то? Едем медленно, чтобы в случае чего успеть выпасть урода. Дай-ка на всякий случай нажму F2. Единственное, что у меня что-то не то с монитором, и он перешел в 16-битный режим, поэтому... Ага. Как говорится, видишь суслика? Дядя Фу? Ой, у кого-то мина пролетела. Ой, кажется, в дот случайно зарядил. В принципе, если подумать так, то можно... Ты, блядь, где? Так, мне сейчас надо очень быстро съебать под защиту дотов. Проломив стеночку. Так, а где доты-то? А, вон он. В принципе, под дотом я чувствую себя более-менее в безопасности. Так, а где я вообще есть? И какого хуя я делаю именно здесь? Блять, ребят, это проблема. Ведь я поехал не туда. Каков пиздец. Блять, я еще и заплутал. Ну, сука ж ты, ебаная. У меня 75 хп, и я от любого чиха отъезжаю. Как так? Ебаный в ухо, как так-то? В принципе, вот тут какое-то дьяволово очко есть. Ага, вот к пиву молочко, я ебал вас всех в очко. Здесь вроде должна быть тропинка, ага. Shortcut. Только влезу ли я в это комариное очко, не разъебавшись? Ребят, да меня, кажется, пронесло. 43. 40, 38. Блять, пронесло. Вот реально пронесло. КПВТ. Я все-таки натяну-ка я КПВТ-шечку. Так, теперича. Подаем пузыри. Так, 79 тысяч. Могу я купить... Так, зот и боливар. Нет, не то. Хост-конструктор. Нет, не то. Хост у меня и так стоит. Конструкция.
кузов, КПВТ. Отчинить ли кабину? Так, топливо. Нет, в принципе, денег у меня шибко на это дело нет. Так, ну надо как-то придать машине прыти. В общем, вся проблема. Это альбатрос. Так, у меня здесь три слота. Нет, не то. Так, FireEye. Повреждение точности огнестрелов. Не, ребят, надо фармить. Так, надо фармить и в первую очередь стандартным методом. Продавая в улуке рабочее оборудование и закупая его здесь всего по 1100. Короче говоря, рейсик мы точно ебанем. Бутылки эти ребята купят по 6716. Но надо еще не забывать про оружие. Во! В принципе, я сейчас уже могу шуметь. Так, враги отрепопились. Произошел репоп. Произошел отвал. Так, здесь мне куда? Я уже позабывал всю нахуй. В принципе, можно было поехать чудищ пофармить, но это на обратном пути, если не удастся нормально затариться бутылками. Там что-то лежит. Не, меня не глючит. Что это? Разрушительная продвинутая рапира, но без прицела. Отдайте-ка я пока на не... Я поменяю КПВТ. Пушка это, конечно, круто. Так, мы едем в луг, поэтому нам направо. Ой, кто-то взорвался. Блять, 2300. В принципе, неплохо доехал. Ну, вы помните, что мы разыскиваем сетап Колосс плюс Терминатор. Причем, неважно в каком состоянии, главное, чтобы по вооружению все было заебись. А вооружение там само прирастет. В принципе, хорошим вариантом было бы сделать энергетический сетап. Чисто энергетический. 3200. Заебцом. Так, ладно, КПВТ. Так, система Сагитто. Вот она бы мне как раз и пригодилась бы для сетапа. Но пока у меня задача... Так, ЗОД и РОК. Так, у РОКа... Один большой слот. Не то. Так, ЗОД и РОК. Так, отличный колосс. Так, 85 тысяч, короче, у меня обойдется. Так, 90, ладно. Отличный колосс, замечу. Поэтому хули делать, беру. Так, только денег у меня нету нихуя. Жрите сок, моя семья. Так, красим в камуфло. В принципе, мне по-хорошему нужен еще один КПВТ. Так, это с лазером наступательный.
Так, 6400, 7, 7200, 7100, 7107. Так, 6400, о. Естественно, он сразу летит сюда. Не, миноукладчик мне, в принципе, нахуй не упал. Ну, естественно, нам не удастся нормально затариться пузырями. Хорошо. Заеби, сезон охоты. Так, теперь. Два ящика бутылок. Их не удастся продать в сете. По 6700. Ну, в принципе, нормально. Но при этом мы заедем на святилище. Теперь у меня пара КПВТ. И да, часть сетапа у меня уже есть. То есть брони у меня вагон. В принципе, с таким набором уже можно попытаться сунуться к оракулу. Я тебе, блядь, поживлюсь, животное. Так. Кис. Где ты есть, жопа пернатая? А, сука. Хм. А тут мы сейчас кого-нибудь изнасилую. Так, это дорога на Фист. Ездит, ну, вполне себе бодренько. Медленный, блядь. Так, это вроде съезд на святилище. Да. Надо поехать туда пошуметь. И интересно, платят ли за роботов, чтобы знать, что их можно тоже косить. Цып-цып-цып-цып-цып. Так, две штуки точно заработали. Так. Куда, получается, мне прямо. Ой. Такое ощущение, как будто по мне энергетическим влепили. Я его сейчас разъебу. А, это флаг был. Я думаю, что ему так больно. Шторм. Тоже дробовик. О, а вот это уже интересно. Четыре пятьсот еще дали. Где-то тут, по-моему, должен был быть ящик с металлом. А, или робики кончились. С другой стороны, не зря на святилище заехал. Так, сразу же сейф на всякий. Вдруг меня все-таки изнасилуют. Потому что если сейчас на меня выкатится Урал, будет больно. Блять, на подскане никого. В общем, вся проблема.
Чё-то тихо, не находите? Хотя раньше тут в каждой, сука, тычке было горловое еблево. Просто, сука, горловое еблево. Так, а мне нужно найти где-то кабину по кличке Терминатор. Так, сразу же... А, не, в мастерскую мы сейчас не пойдем. Так, 19. Еще 200. Шторм шерши. Макс, извини, тебя придется продать. Ржавый ПКТ, который мне спас жизнь, по сути, в том замесе. Так, 48 тысяч. У меня, в принципе, есть деньги на ремонт. Так, оружие. Конструкция. Зот и боливар. Так. У боливара два курсовых слота, и они стоят. В принципе, можно 4 пулемета туда насовать. Кабины. Так. Сопротивление проникающему у них одинаковое, поэтому, в принципе, спецназ в атаку, ебись все в сраку. Так, чё в... А, в доме уединения никого. Так, ну чё, попробуем еще заходик. В смысле, в рощу. Да-да-да, блять, как его там? Ну, на соседнюю локацию, в общем. Не, в принципе, упаковался я для текущего уровня прокачки неплохо. Другой вопрос, то, что у меня постоянно какие-то замесы, хуесы и так далее. Так, правильно я еду хоть? Да. Надеюсь, никому не захочется потыкаться. Место в колоссе, ебись ты провались. Правда, оно расположено так, что придется играть в Тетрис, но с другой стороны, у меня, сука, два курсовых пулемета. Не, курсовой и два бортовых, которые могут показать, кто здесь папа. Проверка связи. Так, стоп, там ящик, что ли, был? Так, жопный ход. Как же он медленно ездит за... Там, сука. Урал ехал 40 с хуем. А еще есть и распространенная забавная бага, когда Урал... Фу, блять, Урал. Когда БелАЗ не может тронуться в горку. Есть такая хуйнища. Ох ты ж. Так, естественно, сейф. Так, СО. Стража Оракула, что ли? Так, и тут же какой-то мимохуй, который захотел от меня огрести.
бах. Бах, панцир, нахуй. Циклоп, а это что у нас за тварь? А, это пушка для большого слота. Едем осторожно, не спеша, просто потому что нас изнасиловать могут где угодно. Народу тут дохуя. Фогу в вар никто не отменял. А, это всего лишь кусты. Место прошлого батла. Так, одного Гычу вскрыл. Даже не сильно разминался. О! Табак! Щиты. Так, на всякий случай после замеса все равно савимся. Табак. Теперь надо посмотреть ценники. Так. Ну, к примеру, в сете. Табак они у меня купят по 13 тысяч. Это заебись. Блять, там боец минометом. Так, по-моему, мне надо все-таки налево. Так, там засада. Ну и, конечно, надо внимательно смотреть по кустам. Ах ты, падла, где-то миномет работает. Предмет всяческих ящичков. Восемьсот конструкций. Херово. Как бы не пришлось опять люто потеть. Вроде где-то... Блин, водка, пиво, молочко. Я ебал всех в очко. Да как так-то? Ох, нихуя. Табак эти ребята по 13 штук покупают. Так, бутылки по 6600. Ну, грубо говоря, так, деньгами я, грубо говоря, подзалился. Так, теперь я, по крайней мере, знаю, что здесь есть поселение. Так, дорога везет с другой стороны, значит, мы с другой стороны и объедем. Естественно, не включая фары, нихуище. Но при всем при этом... Мы можем просто неприлично мощно батлить. В принципе, учтя тот факт, что я без особых происшествий добрался до этой локи.
уже о чем-то, сука, говорит. Башня Оракула. Там придется потом пофармить, покататься. В принципе, ничего прям такого сверхъестественного я не нахожу здесь. Волшебных ящиков, кстати, тоже не видать. А что, если здесь стартануть на север? По обходной, так сказать, технологии. Здесь дерево обойти. Здесь, по-моему, должен быть дотик небольшой. Так, вот по этой трассе. У нас, по-моему, только одно поселение в этой локации, нет? Блять, ночь, гроза. Пизда. Пизда. И это все пиздец, пизда. Эти ебучки, как лежачие полицейские, действуют. Угу. Заебись. Так, там еще баррикадки. Скорее всего, на обратном пути снесем. Ладно, чтобы это решение не стало роковым. Фу, блять, я уже дернулся. Сука. Крейсер. Хорошо, попробуем вот так. Так, а что мне надо сделать? Так, что за квест? Принести голову чудища. Защитники говорят, что типа я... Так, небольшая техническая накладочка, смотрю, хронометраж. Так, а теперь дайте-ка подумать. Так, принести голову чудища. Ну окей, давайте попробуем. Но попробуем мы это уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и пока.